Чем соединить между собой трубы – полипропилен, полиэтилен, ПВХ? Канализационная труба за счет резиновых уплотнений легко и герметично соединяется со всеми видами труб. Только нужно помнить, что данное соединение не выдерживает избыточного давления. Водопроводную полипропиленовую трубу с полиэтиленовой трубой можно быстро и надежно соединить при помощи цанговой муфты. Очень важно, что для начала соединение муфты нужно ослабить. Смазать трубу мыльным раствором, потом вставить внутрь трубу. Сначала она упрется в резиновое уплотнение, затем нужно еще раз хорошо надавить, и тогда она уже упрется в корпус муфты, только тогда соединение будет надежным. Водопроводную трубу из полипропилена с трубой ПВХ можно легко соединить также при помощи полиэтиленовой муфты. Муфта также подойдет для соединения трубы ПВХ и полиэтилена. Если применить соединительную муфту по каким-то причинам вы не можете, то соединяйте при помощи резьбовых муфт. Соединить трубы можно и при помощи канализационной муфты, но стоит это делать только в том случае, если не будет избыточного давления. Можно ли сварить полипропилен с полиэтиленом? Нет. Давайте попробуем сварить трубы при помощи сварочного аппарата. На первый взгляд кажется, что все хорошо. Но соединение на самом деле не сварилось. Сварить листы из полиэтилена и полипропилена также не получится. Приварить полипропилен и полиэтилен к ПВХ тоже не получится. Это разные материалы. Аквахолд – чистая работа без лишней воды.